учтиво предположить, что у меня 20 идей за день, а зачастую у меня и одной-то нет. Да. Обычно ждешь ту, что приведет в такой же восторг, как та, что легла в основу моей повести в Бразилии. Или любую другую, которая заденет меня как писателя. И в ней приключения, понимаете, она тянет на год работы. Там, это слово, впрочем, там, другое лучше. Вот так вот и идет работа. Но вот ты первый читатель, и прежде всего это должно быть интересно тебе. И вот если ты начинаешь думать об аудитории, или другими словами, начинаешь думать, продастся ли это миллионным тиражом, и ты начинаешь тогда писать о сексе, о насилии, о чем угодно. Да, и тут же ты превращаешься в машину по формулированию книг. Но обычно же, как книгу держат на коленях, и, ну, задумайся, ты колено, говорящее с человечеством, а от колена требуется что? Честность и все. Поэтому попробуй-ка быть честным. Пиши о том, что честно тебя интересует или тебя заводит. Вот если, например, это Бразилия, то почему Бразилия? Ну, так что первый ингредиент хорошей идеи – это восторг для писателя. Или еще один ингредиент – это что сказать что-то обществу, что до тебя не говорили. Но это очень непросто сказать. Там разные аксиомы, так сказать. Будь хорошим, будь смиренным, не кради. Да. Скорее, это высвечивание людских проблем. Ну, собственно, вот куда ты целишься. Как когда-то я написал роман «Пары» много лет назад. Он о проблеме, когда ты молод, но уже женат, и все соки еще гуляют, и все еще полон любопытством, а уже ты маленький символ преуспеяния, нет проблем с деньгами, дом, две машины, жить и жить. Многие бы так и жили, но этой паре недовольны. Вот они пытаются сделать маленький праздник друг из друга. Здесь отражено то, что происходило в американском обществе того времени. Нынче другие времена, всех захлестнула работа. А герои романа «Пары» не собирались после работы на боковую. Они не были подвинуты на деньгах, они находили радость в том, чтобы соблазнить жену соседа и вот так победить рутину. Понимаете? Это были 60-е. Со всей их сексуальной революцией, точно, да. Властью цветов, да. Перекрестком, да. Хейсон Эшбери, профессором Тимоти Лири с его лекциями, да ведь? Совершенно верно. Кажется, сейчас этому конец. Наверное, герои романа «Пары» были староваты для революции, они не носили джинсов. Просто им казалось, что где-то рядом праздник, и даже если нет, они пытались его создать. Даже если и не так, я чувствовал, что это совпадает с ощущением большинства. А вам и самому ведь этого хотелось, правда? Еще как. Вот я и говорю, писать надо о том, что тебя лично заводит. Секс и религия всегда меня интересовали. И я так не думаю. Они в сущности тождественны. И секс, и религия говорят нам, мы существуем, мы живы, мы не умрем. Так что обе эти дисциплины, так сказать, потрафляют человеческому самомнению, и обе дают свои ответы на наши вечные вопросы. Да, но ответы эти различны. Секс,
учит ценить нас это самое мгновение, тогда как религия учит ценить часть вечности, что внутри нас, так ведь? Да, но вы знаете, я заметил, что самые религиозные люди оказываются самыми сексуальными. Моя первая девушка была дочерью священника-методиста. Нет, это непростое противопоставление. Правда в том, что дохристовая религия была не прочь руководить сексом. Она заботилась о том, когда, с кем, при каких обстоятельствах и с какой целью. Но я думаю, что какая-либо религия не должна, не то чтобы противоречить, а даже пересекаться с сексом. Знаете, моя любимая из собственных книг зовется «Воскресный монах». Она о священнике, который соблазняет или оказывается соблазнен регеншей церковного хора. Так бывает. Но я небольшой знаток ни секса, ни религии, но меня интересуют обе дисциплины как формы проявления или прославления человека. Да, это, пожалуй, моя мать. Моя мать настаивала на том, чтобы я писал. Она была умна, но все это ее бесило. Надо полагать, что это было горе от ума. Она не знала, что делать со своим умом. Ее ум был мужским. С таким умом отправиться бы в Нью-Йорк и преуспеть, но именно этого она и не сделала. Потому что боялась затеряться. Как результат разочарования. Собственно, я так и не понял, откуда оно взялось. Она была мудрее тех, от кого зависела. И от того чувствовала себя пленницей в собственном доме. И графомания и чтение были для нее, так сказать, формой побега. Что я узнал от нее? У нее был вкус, и она постаралась привить его мне. И, вот, видимо, ее главный урок: со мной не должно случиться то, что случилось с ней. Будучи мужчиной, я имею больше возможностей, чем она. Я могу избежать каких-то ошибок моей матери. Она оказалась робкой в своих отношениях с миром. Я постарался быть понапористей. Впрочем, что еще? Робость передалась. Довольно рано мне улыбнулась работа в Нью-Йорке. Надо было многому учиться, работать в три пота. Так что я выдержал всего 2 года, после чего я уволился и стал свободным писателем. Как говорят у вас в России, на свободных хлебах. Она была благодарным вашим читателям? Она, моя мать, она читала все мои книги, по крайней мере. По крайней мере, она так говорила, очевидно, в конце 80-х. А каковы же были диалоги между вами? Мы никогда не обсуждали мои книги, по крайней мере, в деталях. К тому времени она жила уже в своем мире. Так что мире. Битва была закончена. Да, битва. Но... Да и нет, битвы уже не было. Мы были в разном положении. К тому времени я уже был устоявшийся писатель. Думаю, труднее всего ей было прогласить пары.
Это было лет на 15 раньше, потому что здесь я постарался писать честно о сексе, о человеческих отношениях. И... Ну, ведь она всегда хотела, чтобы я стал писателем, так что она получила, что просила. Так что пары – это месть. Месть Абдайка за робость матери. Ну, вроде бы я должен так сказать, но до сих пор я не связываю это так тесно, как вы, но ну, что-то в этом роде. Ведь писатель или художник живет обычной жизнью, и накапливается внутреннее давление пара. И если накапливается, то выпусти пар, не держи его. Я написал повесть пары, чтобы освободиться от проблем. И вот она-то чуть не принесла мне проблемы. Я просто должен был сказать Америке кое-что, и я это сказал. Но в то время я был единственным из пишущих, кто оказался способным на такое. Я не пытался. Но, а моя мама, любимейшая и умнейшая моя мама, она все-таки не была моей аудиторией. В конце концов, мне было безразлично, что она вынесла из моих книг, хотя мне бы хотелось, чтобы они ей нравились, а она их ненавидела. Дорогие друзья, подпишитесь на мой канал Дмитрий Дибров, Антропология 2.0.